Сегодня у нас 18 июля. Вот мы пришли тут с Шариком. Тимоша гладит его. Сейчас купаться пойдет. Владимир Юрьевич поведет их. Ну, решили мы из лагеря крест поставить здесь. Вот сейчас ставим, прибиваем его. Вот он как возносится кверху. Давай, добивай. Три поклона. Давай. Как купаться? Три поклона. И там на берегу три поклона. Давайте, с Богом. Вы разуйтесь и пешком, и босиком все идите. Разуйтесь. Сергей Павлович, где этот Володя там? Возьмите с собой шарика, покупайте. Только одного не отпускайте, иначе цепь его утянет. Все. С той стороны, может быть, загнуть только. У Володя как-то опасно стоишь там на последней. Смотри, чтобы не поползла она. Сочувствующая нам. Галина Александровна. А там мы открыли на голубятню. И тут мы на улице там молимся. У нас теперь крест. Это снятый с вышки, с большой. В лагере Стани. Там теперь музей. Крест остался у аналоя. Сейчас внизу, Володя, ему небольшие надо гвозди там это пришить. Небольшие ему достань гвозди. Спускайся, Володя, сам. Вот, смотри, чтобы... Дай ему там гвозди, вот это. Сережа, гвоздей небольших дай там 70-ку или сколько. 90. Прибить надо эту. Железную полоску. Да. А, железную. Притянуть ею. Вот так вот. Там гвоздь есть, который прям сверху его, и натянуть туда положить. Залезь к нему, подай. Шарика взяли, покупайся. Девочки покупались, а сейчас мальчиков повели. Целый день купаются. Воды много, пруды сделали. Мы можем купаться фактически и на втором мостике, там очень хорошее. И здесь, и Рыжковский, и Южный. Четыре места, где можно купаться. Железка притягивает. Крест. Это не башня Ивана Великого. Мизерная. А вот все равно. Вот на левой руке тебе рукавичка не помешает. На левой руке. Очень неудобно. Надень, иначе собьешь себе ее. Вот так. Мочусь, не сесть. Это он в шинке, шинка такая называется, лента железная, пробивает дырочки. Отверстие для гвоздей. Надо гвоздь брать очень острый. А дальше там такая огромная труба, как на Титанике были. Вот я покажу с другой стороны, как это выглядит.
Я отошел, на ту сторону схожу. Крест. Конечно, было бы еще лучше выше, но и так высоко. Зато он закрепленный как надо. Вот он, крест. Сейчас посмотрю с улицы, видать или нет. Надежда Васильевна сегодня совсем никакая. Опять глаз, кровь изливается, давай что-то лекарство. Это не поможет. Это там давление и другое, я ей говорю. Нет. Это последствия того, что в организме идет. Ну, видно крестик отсюда. Это я сдалека. Видно, нет. А там какая-то что-то стоит. Что именно, не знаю. А вот сейчас я зайду с другой стороны. Вот тут вот, внутри деревни покос. Прямо внутри деревни. Вот он скосил сколько. Вот. Столбы большие. Железобетонные. А это крапива, заросли. Могучие. Вот с этой стороны, с улицы, если кто пойдет, то, пожалуй, видно будет. Вот голубь полетел. О, голубь. Какой с хохолком новенький привез ее этой. Ну вот, если издалека смотреть, то вполне выше крыши. Что еще надо-то? Как будто из трубы идет. Ну и слава богу. Лишь одному бы тут никак не сделать. А тут он пилил, спилил, прибивать надо, скосили ровное основание. Вот так. А крест это давнишний. Еще, кажется, лет 10 назад был он проветренный ветрами. Сергей с собачками. Так, что, все? Все. Сейчас лестницу уберем. Отошел.